قراءة القرآن لابد فيها من تحريك الشفتين واللسان. الذي لا يحرك شفتين واللسان هذا ما قرأ القرآن ولا قرأ الفاتحة والصلاة باطلة. В чтении Корана непременно должны шевелиться губы и язык. Поэтому если человек говорит, что он читал Коран, но при этом не шевелился его язык и губы, то это не называется чтением. لا ياخذ اجر قراءه اذا فتح المصحف هكذا واخذ ينظر من دون يحرك اللسان والشفتين هذا ما قرأ القران ليس له اجر. То есть человек открыл мусхаф, да, книгу Коран и глазами читает, да, взглядом, и не шевелится ни язык, ни губы, ему не будет записан аджр за чтение Корана, потому что не, это не называется чтением. في الصلاه اذا ما حرك اللسان والشفتين في قراءه الفاتحه الصلاه باطله. Также в намазе, если человек не шевелит губами, языком при чтении фатихи, его намаз недействительный.